В эту пятницу улица Почтовой, как, пожалуй, главная на сегодня площадка для массовых гуляний, была дана спортсменам и любителям здорового образа жизни. По всей длине Рязанского Арбата организовали секции, призывающие горожан поддерживать свою физическую форму. В начале празднования Дня физкультурника состоялась официальная церемония награждения ветеранов спорта и тренеров, которые внесли весомый вклад в развитие физической культуры Рязанского региона. Они получили грамоты и скромные подарки. Дорогие спортсмены, дорогие жители города Рязани, кто привержен здорового образа жизни, сегодня мы с вами собрались, чтобы вместе встретить День физкультурника. Рязань славна хорошими спортивными традициями. У нас есть замечательные спортсмены, у нас работают замечательные тренеры, у нас есть хорошие победы, но мы надеемся, что этих побед станет с каждым годом все больше и больше. Мы все спортсмены и видим на баннере написано, что мы все любим Россию, мы любим свой любимый город Рязань и, конечно же, все любим спорт. Далее зрители разошлись по спортплощадкам. Юные физкультурники могли поиграть в хоккей на траве, погонять мяч и полазить в мягком лабиринте. Зрителей постарше ждала зона армрестлинга, настольного тенниса, а также спортивная викторина для всей семьи. В середине улицы организаторы установили турник, положили гири, и каждый зритель мог ознакомиться с нормами физкультурного комплекса ГТО. Мы приветствуем это постановление, и хотелось бы, чтобы ее поддержали прежде всего молодое поколение в школах, институтах, техникумах. Это тот комплекс, который дает общефизическое развитие. Это развитие очень важно для, во-первых, для всего государства нашего российского, а во-вторых, за молодежь, которая поступает в армию. Сильные, здоровые, смелые. Они всегда могут решить самые трудные задачи с помощью, конечно, спорта и непосредственно ГТО. Пользовались большим зрительским вниманием и борцовские маты. Здесь самбисты, дзюдоисты, каратисты и борцы демонстрировали эффектные приемы своих единоборств. Люди посмотрят, что у нас, какие виды спорта есть в нашем городе, посмотрят. И если ребята же непростые, ребята там кандидат мастера спорта, мастера спорта, победитель первенства России, они наглядно посмотрят ребят, посмотрят, что они умеют делать, кто-то запишется, придет. Так что это, ну, спорт у нас, единоборство, что в Рязани еще широко развито. Поэтому кто сам что выберет, сам будет дзюдо, греко-римскую борьбу, или вольную борьбу. Кому что понравится, тот придет, запишется, будет тренироваться. Ну и уже традиционно пятничные гуляния на Почтовой сопровождались ярмаркой народных промыслов, распродажей поделок народных умельцев. А в разных концах улицы выступали коллективы музыкантов разнообразных стилей.